Всем привет! Сегодня вместе с вами будем готовить вкусные и полезные чипсы из фруктов. Начнем! Для начала выбираем спелые, но твердые фрукты. Промываем их, потому что очищать фрукты от кожицы мы не будем. Нарезаем фрукты колечками толщиной 2-3 миллиметра. У меня груша, яблоко, апельсины и манго. Можно также брать мандарины, киви, хурму, ананас, бананы и даже лимоны. Нарезанные фрукты выкладываем на сито в сушильном аппарате. А если у вас нет бытовой сушки для фруктов, то это не беда. Можно фрукты сушить в духовке. Профиль застилаем бумагой для выпечки. Выкладываем фрукты.
отправляем в разогретую духовку при температуре 35-40 градусов. Дверцу духовки до конца не закрываем. Каждые 2 часа переворачиваем фрукты на другую сторону. На следующий день фрукты выглядят вот так. Они полностью высохли. Этими фруктовыми чипсами можно украшать торты, капкейки, добавлять в чай. И, конечно, просто ими перекусывать. Подписывайтесь на мой канал. Включите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч!